Капуста Пандион. Сегодня 14 марта. Рассада находится вот в таком-то виде. Вот так-то выглядит. Очень даже хорошо. Не вытянутая. Начинают появляться настоящие листочки. Вот на некоторых видно. Всходы 99,9%. На улице у нас еще лежит снег. По ночам минус 18, днем минус 3, минус 4. Теплица строится, скоро будет посадки в теплице приступать. На июньской капустке у нас уже по два настоящих листочка.